уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами Зазепа. Продолжаем сталкер Гусевым Глеб. Я немного пофиксил графику с предыдущей серии. Убирал все эти тени ненужные. Ну, стало заметно лучше. Никаких фризов, ничего нет. Наконец-то можно насладиться нормальной игрой. Знаете, там выкрутил графику, хотел покрасивше, покрасивше. Стала картинка даже поприятнее, как-то я скажу вам. Зато без фризов. Прям двух зайцев одним выстрелом, да? Давайте сходим к Бурламу. Посмотрим, что за задание он там припас. Господа собаки все еще там тусуются. Не будем им мешать. И все-таки легкие фризики остались, но не без этого. Это уже за модификации самой. Так, что у нас там? Не знаю, может мне избавиться от там части патронов или колбаску там с булочкой попродавать кому. Посмотрим. Пока мне к торгашу надо зайти. А то он что-то вообще так запыхиваться стал, мне это не радует. Может ты из-за радиации? Давайте бахнем немного. И запустим все это дело колбаской. С батончиком. Так. Подожди, к тебе? Неохота мне с тобой болтать. Ага, вот с тобой. Мы тебя спасли в предыдущей серии. Привет, дружище, как жизнь, как сам? Я в норме. Хоть и поколотил меня немного, ничего страшного. Бывало и хуже. Я тебя зачем звал-то? Пойдешь ко мне в напарники, а то же в зоне не первый год со мной не пропадешь. Рада последние несколько месяцев на большой земле провел. Ну, как говорится, опыт не пропьешь. Мой крайний напарник решил завязать зону и уехал куда-то за бугор. То ли в штаты, то ли еще куда. Устал одним словом. Я было с ним хотел поехать, да только в последний момент и передумал. Не могу я без адреналина. Решил вернуться в зону. Да где-нибудь здесь напарника могу найти. Тут ты мне на второй линии попался. Гляжу, крендель какой-то через дыру за поле лезет. А там минное поле. Ну, думаю, все, хана дураку. А заодно и мне ведь взрыв с поста наряд вышли. Ну, то-то я решил тебя вытащить. А теперь смотрю, ты вроде не такой дурак. А чего я как-то слышал? То есть у него было сразу два пропуска. В общем, да? Зона, лес, поляна. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тихо кругом, погода дивная, в общем, полная идиллия. Тут из дома выбегает маленький кровососик и к папе тормошить его. Пап! А покажи сталкеров! Пап, ну покажи сталкеров! Тот пошел в сторожку, выходит на каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семёныч, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так басом. Ну ты даешь, Петруха. Какие тут нафиг кровососы? Служба доверия, здравствуйте. Давай подорвем для начала. Давай ты мне заберешь эту колбаску, я не знаю. Ну, мне столько много не надо. Водку, флян забери. Ну, вот, в принципе, и все. Так, мне у тебя задание надо взять, да? Горят ли мозг и кок дует? Какие проблемы? Придется разобраться, хорошо заплачу. Прикладывай, что за проблемы? Решили мы с шаманом, как-то хватит нам людей с бандитами терять. Анекдот. Старые и молодой долговцы идут уже по зоне. Устали, а стычек очистили. Вдруг старый останавливается и шепотом говорит молодому: тихонько иди вон к тому дереву. Головастик на цыпочках пополз, аж вспотел. Дошел и руками показывает, мол, дальше-то что делать? Короче, а бывалый как завопит радостно. Я же говорил, брешут, что тут аномалия. А в том-то и дело, что подвоха не ждал. Я вот это давно уже знаю. И сидит несколько лет назад. Он хоть и бандит, а слово свое держит. Правда, с нашим шаманом у него не ладится. Поссорились они крепко пару лет назад. Потом я с логопедом веду все переговоры. Тут явно ни при чем. Причем ни при чем, а человек пропал. Может, у логопеда нет людей есть, что поставить его. Это тоже самая мысль была. Что очень сильно не хочет нашего... соглашения. Вот такое знает кто? Их тоже. К
Как-то раз сидим мы с мужиками в засаде. Короче. К вечеру ветер поднялся, посвистывает, завывает, холодно, трясемся все, а пустой живот бурчит, что твоя теща. Короче, ребят, нормально читать я там не могу, потому что анекдоты вслух, ну сами понимаете, ну, перебивают. Выбирай. Так что, кому интересно, почитайте, пожалуйста, на паузе, потому что, ну, не хочу перекрикивать, честно. Так, я думаю, пока налягая затариваться не будем, у нас все и так есть. Не тот уже хабар пошел, не тот. Давайте связного найдем. Поэтому сохранимся, конечно же, ну и пойдем искать связного. Аномалия. Аномалию мы не пойдем. Не, ну вроде так поскинулись немного, но все равно. Надо где-нибудь артефакт хороший раздобыть. Да, надо просто почаще бегать с детектором. Выуживать эти артефакты. А что мне мешает? А мне не мешает ничего. Пускай у нас, когда мы просто бегаем, так, будет на перевесе. Мало ли там возле какой аномалии пробежим, а там артефакт окажется. Ну такое здесь вполне себе возможно. Последить за бандитом. Ладно, надо будет сейчас следить за бандитом, а не выискивать артефакты, так что. Я здесь так просто мимо прохожу. Давайте сохранимся. Мало ли что там может произойти. Так, ну он куда-то сюда попает. Давайте пересечем тоже местность. Сюда долго, то есть. Или это бандит? Там какой-то сталкер одержит. Поближе подобраться, что ли? Тогда давайте вернемся к Патогенычу. Точнее, кого-то столкача в заложниках держит. А пленным свободовца. Так это, кажется, свобода здесь был. Так я как-то, знаете, не разглядел. А что не свобода вообще делает, кстати? Интересно. Ну, сейчас посмотрим, что они здесь делают. Там какие-то предположения. Но я думаю, нас обратно сюда пошлют. Скажут, высвобождай сталкера, короче, как хочешь. Так, братки, а вы тут что забыли? Вы же за проход сейчас как-то не начнете, да? Ну типа привет! Ну типа привет. Сейчас посмотрим, как они тут встанут. Нет, тупают себе дальше. Ну, они сюда, наверное, это здание. Ну, туда им и дорога, как говорится. Надо, когда наши сталкеры будут проходить. Я не хочу сейчас ни с кем воевать так особо. Не портить ни с кем отношения. Потому что, ну, порой легче пройти, или, может, там, по квестам, там, с этим бандитом, там, надо произойти. Он раз и сагрился. Так что не будем варить сталкеров просто так. Ну, сталкеры. Бандиты тоже сталкеры, вроде как. Считаются просто бандиты. Такие, знаете, местные гопники.
наблюдал за Шпалой, неприятный тип. Служба доверия, здравствуйте. Да-да. Хотите выговориться? Давайте, я пока помолчу. Я тоже. На 100% не уверен, но скорее всего он мертв. Близко подойти я не решился, но мертвого сталкера я там видел. Видимо, это и есть ваш связной. А вдруг не он, хотя кого я обманываю? Наверняка этот мертвый сталкер наш, есть наш связной. Жалко парня, но бандитам с меня так с рук не сойдет. И неважно, знал ли я об этом логопед или нет. Отморозков надо наказать, держи свою оплату, спасибо за помощь. Погоди, Потагеевич, это еще не все. Шпала с бандитами у того дома какого-то сталкера в плену держит. Точно не скажу, но ошибка на броне, как у клана Свобода. А вот это интересно, зачем Свобода, если так далеко от базы забрел? Тут, отродясь, не видел. Есть желание разобраться, оплачу за любую информацию. Мне самому интересно. Да не оставляй же человека плену этих отморозков. Тогда скорее выручай из плена, а то как ровен час пристреляет бедолагу. Как освободишься, так беги к нам. Короче, ясно. Видите, ну блин, я говорил, что пошлют нас. Освобождать этого сталкера. Что-то починить не надо. Давайте починим, что можем. Вроде все теперь в порядке. Найдешь какие детали для апгрейда? Бандаска, помозгуем. Если найду, то притащу. Не тот уже хабар пошел. Не тот. Вообще мне вот интересно, он как бы новичок, прибыл только в зону, да? Еще совсем недавно он не знал... Привет, брат! Что такое даже артефакты, пока сам не добыл там. Вопрос, откуда он знает, как выглядит клан Свобода? Ну то есть, ну понятное дело, что он разглядел там у пацана какую-то непонятную... А, ну может на нашивке написано Свобода. Тогда все нормально, ладно. Это радио здесь, а можно его активировать? Уже нельзя. Да, мне реально не хватает хорошего артефакта на бег. Ну, то есть на выносливость там. Слушайте, а может пока фиг с этим сталкером? Давайте, может, артефакт попытаемся раздобыть какой-то. Здесь вроде как зона аномальная. Должно что-нибудь добыть. Именно с этой стороны. А, печет нас. Смотрите, что-то есть. Просто не совсем понимает, где факт тогда находится. Ну, он где-то там. Давайте еще раз попытаемся.
того. Ладно, попытаем удачу в другом месте. В принципе, надо сейчас сталкера освободить. Артефакты найти мы всегда успеем. Почему-то я так и думал, что все так и произойдет. Конечно, мог бы пробежать через аномальную зону. Хорошая такая аномалия. Я думаю, может мне поискать тогда все эти артефакты там за кадром, чтобы уже вас затруднять, ну и себе, так сказать, найдут, так будут пободрее ходить мне со всем этим. Можем попробовать через эту, кстати, аномальную зону пройти. Кстати, может что-нибудь найдем интересно. А, ну там же, по-моему, фанила. Кто-то с кем-то воюет. Почему живет зона?
своей жизни. Да-да, дай-ка я продамся для начала. Тебя интересуют билеты и офигенный калаш? Конечно, есть. Забирай. Почти за дагом отдаю. Я, конечно же, что-нибудь понадейку и калашек там. Сегодня есть глаз плоти в томатном соусе. Жареные лапки снорков в томатном соусе. Из рыбного щупальца кровососа в томатном соусе. Сталкера аж перекосило. Ты, говорит, дай пять. Вздумал людей травить? Бармена тоже перекосило. Кто кричит? Короче, я, а сталкер? А что, я? С грибным соусом давай. Бандитов, какой нафиг томат? Пистолет с земли подобрал и в голосе выстрелил, а даже сориентироваться не успел. Вот дела, свободы на кордоне нам еще не хватало. Да и бандитам он кое-чего сдался. У них же вроде нейтралитет. А застрелился-то он почему? Пулился, что ли? Ну и что ли? Если что нового ускорить. Знаешь, заходи, обязательно. Непонятное дело. Разблокировать КПК. Ну, сейчас мы все и узнаем. Кто он и откуда. Внимание, вот дерьмо-то, а. Что-то Я дружненько молотый отвертый, дело есть, КПК можно разлочить? На паяльник забыл, привет, давай, как посмотрю, собака, чего залочен-то, украл что ли, или с трупа снял? Да ты что, никого не убивал, он же убитый был, грустный хозяин, представляешь, его спас от бандитов, возьми, застрелись. Тёща, ну да ладно, не моё это дело, КПК я разблокировать смогу, сколько тут время понадобится, заходи здесь 100 часов. Со всей дури сковородкой по голове, хрясь! Погоди, ты бы к шаману зашел. Отбился. Потом, как срочно сознание пришло, да? Сразу карту достал, место новой аномалии отмечает и бормочет. Вот это фартануло, так фартануло. Все, если что еще понадобится, так ведь нет. Заходи. Короче, к шаману пойдем сейчас. Посмотрим, что он нам скажет. Прям тебе древнегреческая трагедия. Живая душа в царстве смерти. Что за дело? Садись, серьезное дело. Потаденыч мне рассказал про нашего связного. Ох уж и не знаю, в курсе был логопед или шпала, сам это все устроил. Но это осточенело. Пора кончать с этими отморозками. Это в деле, разумеется. Что от меня требуется? В сущности, почти ничего. Оружия у нас недостаточно, патронов и брони на всех хватит. А вот с людьми у нас совсем худо. Как видишь, тут на ТП у нас не так и много. Новичков в деревне я расчет не беру. Там одна зелень. Чтобы не навсегда разобраться с бандитами, нам нужен союзники. Военные нам помогать не станут, слишком горды. Долго наши проблемы по боку. Они с мутантами воюют. Свобода даже не в курсе, что здесь происходит. Да и с бандитами у них вроде как нейтралитет. Вот и выходит, что мы совсем одни против этой городской своры. И что же делать? Есть у меня одна мысль, что нам может помочь. Смотайся к Сидоровичу кое-зачем. Да, без проблем. Короче, он тебе все необходимое выдаст. При встрече. Давай, ломай быстрее. Я себе здесь такой пень. Такой топор. Спасибо, дружище.
Нате в борщ! Я твой винчестик заберу. Выкину где-нибудь здесь. Не, хотя он... Пошла жара! Военные? Не, ну военными это уже сами боюсь. Тут я уже вам ничего не помогу. А вот залутать могу. Тихо, по мне не надо же стрелять. Да ёлки! Живой-то мне. Я на тебя аптечку стреляю. Эй! Кто-нибудь! Добить бы тебя, чтоб не мучился. Ну тебе же задница и так. На, короче... Вот так и загнёшься. Не за хвост собак. Спасибо, парень. Держи от меня! Вот скотина! А, да пошел ты! Кстати, у него продать можно все это нормально. Что за калаш? Блин, разрядить только можно. Че, трупов больше нету у вас? Артефактов нету. Кстати, вот интересно, почему вот со мной не воюют, а с ними воюют? Ты же понимаешь, что там, ну, вроде как более-менее дружные должны быть сталкеры с военными. Не лупить вот так вот все подряд. Он же там вроде не верит в зачистки такие. Ты оружие-то опусти, мужик. Какое оружие там, зачистка, тебе показалось? Странные тут немного отношения военных и сталкеров. Ну ты их мне разборки, в принципе, я только зря две аптечки потратил. Легко лес. Кстати, вот неплохое вот. Лоб мне не надо. Сейчас мне еще сидр лично грузит. Сколько ж этот сидр? Что при... Такого стидера из Мусман кислоты собрать надо. Чего не в курсе? О, тяжелый ящик. Что еще за болотные? Болотные дружится. Ну, пусть я буду брать твой сюрприз. Придет время, узнаешь все. Посмотри, негодяй ящик, там аппаратура ценная. Постараюсь, ну ладно, я пошел. Как там дела со шмыгой? Как раз вовремя подоспел. Помню, ты уже на подходе отдохнул, на том свете отоспимся. Приятно слышать, значит, ситуация следующая. Лали от тех выгодков, мужков шмыли, тебя ждут, буду ждать наемники. Я им плачу хорошие деньги за это дело. Ходишь же сумку с деньгами, передашь лидеру отряда и смотри мне, чтоб без глупостей. На мешке пломба стоит, а номерок я наемникам уже отослал. Если что не так, тебя наемники на месте подстрелят, так что ты с ними аккуратнее. Они меня точно не убьют, а деньги заберут. Не, Саван, наемники люди серьезно. Они взялись за работу, выполнят в лучшем виде. А иначе к ним никто обращаться не станет. Но если в зоне встретишься с ними, то лучше стороной обойди. Будешь мешать, без зазрения совести пристрелят. Понял? Ага. А если все так сложно с наемниками, то чего сталкеров не попросил? Они ближе, да и денег много не попросят. Все должно пройти идеально, кроме профессионалов, это никому нельзя доверить. Сталкеры — народ дружный, но только не умеет держать язык за зубами. Ладно, хватит разговоров. Найме ты буду ждать тебя у камней недалеко от лагеря шмыги. Отдашь деньги, а в бой можешь не лезть. Главное — найди шмыгу и бери у него мой кейс. Я Крыл точно знаю, там замок хитрый, его в зоне может... Сломать только один мастер. Я ему уже сообщил о пропаже. Просто шмыга к нему не сунется. Хотя он может где-то спрятать кейс. Но точно неподалеку, чтоб всегда под боком был. Так что если пришлю и кейс не путь, то ты в лагере поищи. Ну короче, пошел. Просто если все пройдет гладко, то получишь у меня аж целых 10 тысяч рублей. Ради такого дела не жалко. Все, теперь иди. Ну ты себе даю щедро, пойду отрабатывать. Да, хорошо так раскошелился. Видать, что-то очень реально серьезное. Так, и что у нас по заданию?
Так, давайте сначала мы сходим к шаману. Определенно. Уже еще радиостанцию таскать. Так, а мне еще надо стволы продать все эти. Потому что загрузили меня по самые не балуй. Ни хабара, никакого приварка. Хочешь знать правду о зоне? Представь себе, я тоже. Давай делиться информацией. Отлично, Саван, сейчас настроим главное, чтобы ответили. А я еще чем-то могу помочь? Да, Саван, но позже. А пока можешь своими делами заняться, только далеко не уходи. И сегодня, а завтра твоя помощь пригодится, всем помощь пригодится. Понял, скорбон на ней. Все. Теперь мне к наемникам только осталось идти. Я сохранюсь перед этим. Ну, втюхаю стволы, конечно же. Не нужно. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Так, значит, вот так, угу. Я думал, возьмешь. О, кстати. Я забыл тос выкинуть. Ну, какому-нибудь частичку повезет. Свой домик, чтобы речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Может, по бокам взять, как думаете? Точность повыше. Это немного неудобно. Но я думаю, найдем мы еще себе бока. Если что, у него же и выкупим. Потому что наемники, я думаю, кого-то пускают, а наемники, они вооружены серьезно. Я думаю, скорее всего, у них там будут натовские стволы, так что... Ну, посмотрим, в общем, как оно будет. Наберем хабара. Может, даже секунду волыну подсмотрим. О, даже и не заметил. Не, знаешь, что где-то здесь аномалия, но я думал, что сейчас ее обхожу. Ну что, братки, сейчас будем вашего брата бить. Знали бы, что у меня там мешок с деньгами, блин, точно бы уже хопнул. Еще аптечка на F1. Хорошо, будем пользоваться. Чем-то.
Хотя вот здесь, конечно, сесть бы местность неплохо было бы. Наличие артефактов. Ух! Это было близко. Но я думаю, что, скорее всего, имеет смысл искать артефакты ближе где-нибудь в аномальных зонах. Ясно, давай, вот держи мешок, пломба на месте, все как уговорились, можешь пересчитать. Отлично, сейчас на мирок сверю, все верно, пересчитывать не буду, Сидрой свое слово всегда держит. Сам-то как, с нами пойдешь или тут будешь ждать? Вы начинаете, а там посмотрим, не беспокойся, под ногами путаться не будет. Ну давайте, вместе с вами. Всех перебили. Ну, посмотрим, что у них тут есть. Залутаем. Так, вот что-то нет, это не наймит. Бандит. Там даже фотографии нет. Тут безликий бандит получается. Кого найдешь? Ни тут, ни там. Вот ведь судьба какая долбаная. Так. Торговать будешь? Давайте я оставлю вот это, вот это. Пули забирай. Что, гранат мне столько много не надо. Три штуки мне хватит. Нет, давай. Так сделаем. Сколько у меня оценочка скопилась? Ну что, думаю, все. Давай, до свидания. А вот это тебе, короче, подарок. Сейчас, сейчас. Еще немного и море, солнце, яхта, коньяк штук за 10 баксов. Телочки самые дорогие. Это тоже забегай. Персонажа не хватает денег. Ну что тебе, аптечку дашь мне? Как да, я тогда этого сталкера резал? Как художник, блин. Как Пикассо в натуре. Кого там зарезал? Сталкера зарезал. Тоже мне Пикассо, блин, нашего времени. Давайте сохранимся. Молодой человек, постойте. Я в аномалию мы не пойдем. Пойдем, да, не пойдем. Я, в принципе, не знаю, зачем эти патроны, но я их рано.
рано или поздно втюхают, так что... Свинкишка у него в плохом состоянии, может просто катать! Так, чувствую аномалию. Я говорил, что здесь лучше не ходить по дороге. Не ходить обходными путями. Это, не знаю, какие-то дороги с патронами стоят или без. Я думаю, здесь разница. Что их там копейки стоят? Буквально там за эту юнку можно там чисто батон себе купить и все. Пользуй это потом без колбасы. Ну что, братки? Чувствую, вам недолго осталось. Возможно. Шаман обещал их выбить. Супер, черепонь. Как нам должен 10 штук отпошлять? Может, что еще сверху накинет? Это мы и проверим. А что со звуком? Он резко так изменился. У меня есть предположение, что я так долго не могу бегать из-за радиации. Сейчас мы это и проверим. Дайне. Возьми только из-за нее. Мне некуда девать. Надо же хоть как-то растрачивать. Можно, в принципе, новыми стволами относиться. Продавать пули там. Ненужных количеств. Просто они у меня такое чувство, что увеличиваются в количестве. Мне 600 пуль не надо. Но это может быть пока что. Смотрим, как оно будет потом. Ну что, Сидорович, давай раскошеливайся. Выполнил задание. Ну что, Сидорович, пляши, разобрался со шмыгой. Здесь, да здесь. На, вот, держи свой чемодан. Слушай, Макдак. О, хвала черному сталкеру. Молодец, Саван. Держи свое честно заработанное. Эх, теперь заживем. Ну, не буду мешать твоей радости. Да не, как раз ты помешаю. Продам тебе ЮМПиху. Кстати, блин, неплохо так берет. Слышь, Сидорович, а патроны? Патроны тоже вроде неплохо берет. Но я ненужные патроны продам. Ты бы еще консервных банок насобирал. Вот обязательно насобираю, Сидорович. Принесу все, что найду. У тебя никаких артефактов нету? Все, Сидорович, давай. Будет еще что-то нужно, заходи. Зайдем, короче, в фургону. Заберем сейчас наш КПК. Ну, знаете,
знаете что, заберем мы, наверное, его уже в следующей серии. Так что с вами был Зазепа. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам не трудно. А вам, я думаю, не трудно. Ну и ждем продолжения. Всего хорошего, удачи и пока.